сейчас мы находимся на базе Maxima Stable, где проходят международные соревнования и Кубок Армении. Я и моя команда в составе меня, Рунова, Эльвиры, Павловича, Елизаветы делали достаточно долгий перерыв, 4-5 месяцев. И я думаю, что мы готовы к новому сезону, точнее, готовы завершить сезон на этом турнире и в дальнейшем продолжить нашу спортивную карьеру. Надеюсь, что мы этот турнир отпрыгаем с удовольствием, получим очень хорошие эмоции, а также новый опыт. Спасибо.